Расскажите, что для вашей семьи значит День Победы? И почему вы взяли своего сынишку сюда? День Победы для нашей семьи самый большой такой праздник. Вот, и с сыном всегда ходим, с мужем, отмечать его. В прошлом году были, когда я была беременная. Приучаем, чтобы наше дальнейшее поколение помнило об этом празднике, об этом дне и никогда не забывало. А вы считаете, что наше поколение потеряно? Что им уже нельзя вернуть патриотизм? Нет, я думаю, можно. Расскажите. Многие люди помнят, посмотрите, пришли, значит, все гордятся, все помнят. Расскажите, пожалуйста, о вашем герое, о герое вашей семьи. Немчин Андрей Петрович, это мой прадедушка. Водителем машины скорой помощи и спасал и возил людей. Был несколько раз ранен, награжден разными многочисленными наградами и вернулся с фронта. И даже когда вернулся он с фронта, ему было уже за 40 лет. Они на радостях ко Дню Победы зачали моего дедушку тогда. Да. В каком городе прошла война? Война, если честно, точно не помню. Но воевал он где-то недалеко отсюда. Спасибо. Спасибо большое.